Чайка! Привет, Ам-Ням! Почему ты грустишь? На улице нет солнышка, а ты хотел погулять? Ага. Ам-Ням, а давай сделаем свое солнышко. Нарисуем его. Вот тебе карандаш и бумага. Ам-Ням, получилась какая-то смешная клякса. Ага. Ам-Ням, найди, пожалуйста, в своих игрушках что-нибудь такое же круглое, как солнышко. Верно, тарелка похожа на солнышко. Ага. Давай ее обведем. Ага. Оп. Тарелка имеет такую же форму, как и солнышко. Круг. Ты куда, Ам-Ням? Та-дам! О, верно, Ам-Ням. Если обвести стаканчик, тоже получится круг. Ага. Еще одно солнышко, Ам-Ням. Ага. Ам-Ням, ты проголодался? Ты хочешь обвести пончик? Ага. Давай попробуем. Ам-Ням, ты был прав. Пончик тоже имеет форму круга. Ага. Ам-Ням, есть ли что-нибудь еще похожее на круг? Ага. Та-т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 а
Ам-ням, есть ли что-нибудь еще? Угу. Ам-ням, светофор? Угу. Ты уверен? Угу. Ну, давай попробуем. Так. Так. Оп. О, ам-ням, ты был прав. Что, есть что-нибудь еще? Ага. Мыльные пузыри? Ам-ням! Верно? Ам-ням! Сколько солнышек у нас получилось? Ага! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Что такое? Но наши солнышки не желтые. Угу. Ам-ням,
Подожди минуточку. Сюрприз! Амнямчик, посмотри, пока мы рисовали с тобой солнышки, на улице выглянуло настоящее солнышко. Амнямчик, а? Можно идти гулять? Ну что, малыш, тебе понравилось? Тогда нажми на экран и смотри дальше.